Главное – это экономика. Сегодня президент провел совещание с членами Совбеза и расставил приоритетные задачи. Александр Лукашенко убежден, все силы должны быть брошены на устойчивую работу предприятий и нашу экономическую стабильность. Иначе бессмысленно рассчитывать на безопасность и спокойствие в государстве. Фундамент для этого создан. Главное – сохранить то, что имеем. Ведь остановить, к примеру, предприятия, а такие призывы то и дело появляются завидной регулярностью в различных телеграм-каналах, легко. Но восстановить затем свою репутацию будет невозможно. Место на рынке быстро займут другие. Национальная экономика – это основа любого государства, будущее предприятий и благополучие семей. В последнее время сделано немало для того, чтобы нормально функционировала экономика. Надо отдать должное и с Россией договоренности. Межправительственные консультации дают положительный результат. И самое главное, то, о чем я всегда говорил – пандемия пандемии, она когда-нибудь закончится, полностью закончится. Нам еще Богу грешить нечего, Он нас пожалел. Хотя, вы видите, вторая волна по Европе катится, а мы находимся в центре Европы. Мы шатаемся по улицам, как я говорю, тремся друг от друга, какая тут социальная дистанция и так далее. Делаем все для того, чтобы мы попозже простились с этой болезнью. Это недопустимо. Но пока справляемся. У нас обстановка гораздо лучше, чем в других государствах. Вот я посмотрел последние сутки, у нас даже по пневмониям очень хорошая отрицательная динамика. То есть у нас больше людей выписывается из больницы, нежели туда поступает. Но самое главное, что касается экономики, страны не могут открыться. Производство не раскручено. Мы не останавливались. Мы производим, и у нас есть шанс, которым мы сегодня пользуемся, продать нашу продукцию. Продать с хорошей добавленной стоимостью, с хорошей прибылью. Сегодня Организация Объединенных Наций опубликовала данные, что идет интенсивный рост на продукты питания. Явно и на другие товары. Поэтому очень важно сейчас функционирование наших предприятий, чтобы работала экономика. Экономическая безопасность, обратил внимание президент, это немаловажный сегмент деятельности белорусского государства. В связи с этим на совещании обсудили, как поддержать, к примеру, правительство, наше предприятие и Нацбанк. То есть тех, кто занимается стабильностью экономики, а не напротив, старается ее пошатнуть.